Всем привет! Сегодня мы будем готовить такой весенний десерт. Очень-очень вкусный. Сезон клубники. Нам понадобится клубника. Вот такой натуральный у меня греческий йогурт. Любой натуральный йогурт. И сверху мы покроем шоколадом. У меня вот такой шоколад без содержания сахара. Йогурт. Дальше клубничка. Мы ее порежем. Вот такая клубничка примерно там на 4 части. Вот так. И в йогурт. Перемешиваем. Вы аккуратненько ягоды не давите, чтобы они остались целыми. Вот так. И теперь нужно выложить на поверхность, застеленную пергаментом. Вот такие. Такие, знаете, оладушки. Если вам покажется йогурта маловато, он у вас там густой слишком, вот сейчас мы выложим вот так, и сверху можете еще добавить. Вот так. Припорошить. Да. Где-то, если мало, вот так вот добавьте. В общем, смотрите. Я сделаю вот такую небольшую порцию вам показать. Вот так вот, чтобы они были, знаете, так, желательно в один слой. Все, теперь это мы отправляем минут на 40 в морозильную камеру. Итак, 40 минут прошло. Берем нашу заготовку. Здесь я растопила шоколад. Значит, как я растапливаю? Шоколад на мелкие кусочки в микроволновку. 10 секунд выключили. 10 секунд выключили. Смотрите, чтобы не перегрелся, потому что если он перегреется, он будет такими крупинками. Ну, в общем, испорченный шоколад. И потом добавила чайную ложку растительного масла. Все, берем нашу заготовку и опускаем в шоколад. Вот такая красота и вкуснота получается. Вот. И потом убираете в холодильник, чтобы это застыло, и наслаждаетесь. Это очень-очень вкусно. Приготовьте обязательно. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока.